едем, едем в далекие края. Упса это буду я. В камере соседей, по лагерю друзья. С вами каждую неделю сливки русского шансона. В программе Коп со на русском радио Екатеринбург. Вы еще под стол пешком не ходили, когда я сидел в старинном одесском ресторане Фанкони и пил черный кофе с львом. Ребята, сегодня у нас праздник на кухне. Так что открывайте, кто что может, у кого ничего нет, открывайте рты. У нас в гостях замечательный музыкант, актер, режиссер и вообще замечательный человек Гарик Сукачев. Добрый вечер, Гарик. Добрый вечер. Чрезвычайно приятно видеть вас у нас на кухне на музыкальной в программе «Гоп со Смыком. И сразу же вот такой вопрос. А какие ассоциации у вас возникают при словах одесская, хулиганская, уличная песня? Вообще отношение к этому жанру? А, ну, отношение э, вполне нормально, потому что, скажем, э, огромное количество великих людей к этому пласту народной культуры приложили руку, да, и Владимир Семенович Высоцкий, и горячо любимый мною Алеша Дмитриевич, и, конечно же, Аркадий Северный, который и его оркестр, который... Из этой совсем простой жалестной музыки делали э, высокое искусство. Надо сказать, что и э, Леонид Тусичутесов в свое время спел несколько хулиганских песен. Сыграл их вместе со своим оркестром Поэтому, конечно же, есть какие-то песни, любимые мной В частности, «Гоп со смыком» Я люблю, но, ну, наверное, в той версии, которая была старинной И та, которая пришла еще из конца 19 века И которую пел Алеша Дмитриевич «Ребята, вы послушайте меня, расскажу про жизнь свою я ремеслом Я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу, а тюрьма скучает без меня» Я очень люблю эту музыку, но не все. Это разделимо, потому что, скажем, такая одесская, кабацкая музыка, я ее терпеть не могу. Так называемую блатную романтику не выношу просто. А когда к этому относятся здорово и по-мужски, и как-то трогательно, меня это как мужчину и как взрослого человека, ну, в общем, тоже берет за душу. Существует мнение, что вот эти песни, о которых мы сейчас ведем речь, каким-то образом, кстати, очень много людей так думают, каким-то образом провоцируют нашу молодежь на какие-то противоправные действия, на преступления, что они как бы отрицательно на них влияют. Вот как вы думаете по этому поводу, стоит молодежи слушать эти песни или не стоит? Ну, мнение всего лишь мнение, стоит или не стоит, тут тоже мы с вами, знаете, никогда не, не узнаем. Они существуют помимо нас, они когда-то сочинены помимо нас, они живут, и а раз они живут и существуют, значит они на своим существованием уже доказали как бы право на существование такого рода э, пласт фольклорный. При этом надо не забывать, что ведь это не только наш, э, не только удел нашей страны, во всем мире существует э, пласт такого рода фольклорной музыки. А в частности, в Англии или там в Америке есть огромное количество э, такого рода э, народного фольклора, и он также любим ими. Um... Какие песни вы пели в своей глубокой молодости? Если вспомнить, например, ну, Старый Московский дворик, скамеечку, там Портвейн, девочки, влюбленные в гитариста, какие там были песни? Из уличных, да, имеется? Да, да сейчас, ну. Ну, в нашу гавань заходили корабли, конечно. Мы распевали все эту песню. Вот. Кто не знает банды в городе Одессе, конечно. Есть там и бандиты Шухера. Шулера днем они воруют, ночью убивают и следят за ними Шухера. Ну еще какой-то «Братья жемчужные», я помню, тогда ходили на магнитофонах. «Ты меня не любишь, не жалеешь, а я немного некрасив, Без тебя же жизнь мне как отрава, Водка, вот за что тебе я полюбил». Вот эти песни мы пели, да. А, а есть ли кто-то из авторов, исполнителей этого жанра, с кем есть какие-то дружеские отношения? Пожалуй, нет. Ну, во-первых, это все-таки далекий от меня мир, вот, но мне не попадалось исполнение, которое мне бесспорно нравилось бы, вот, современных людей, потому что, я уже сказал чуть выше о том, что все-таки отношение названных мною людей к этой музыке, оно было иным. Как вы думаете, почему люди помнят, поют эти песни, несмотря, собственно, на то, что этот жанр испытывал игонение, и притеснение, но все-таки он жив, и я думаю, еще будет жить долго. Ну, я думаю, в самых лучших песнях этого жанра есть то, что и должно быть в самых лучших песнях есть некая правда, которая сказана совсем простыми словами. По тундре, этап на север 40 огромный и так далее, и так далее. Акурочек, конечно же, незабываемый. На эти песни написаны, ну, конечно же, «Окурочек» написан Юзом Олешковским, это великое поэтическое произведение. Там есть такая правда жизни, которая знакома каждому из нас. Или мы о ней слышали, или мы ее видели, или где-то она рядом с нами. Поэтому это и живет, это и трогает нас. Это часть нашей жизни, часть нашей какой-то истории, часть наших семей, друзей и так далее. Часть того, что мы боимся, часть жизни человеческой. Гарик, очень рад, что вы посетили нашу музыкальную кухню. Здоровья вам, творческих побед. И всего вам доброго. Спасибо вам. Вам тоже.